Odontomachus manticola. Капканы против туркменских тараканов. Всем привет! Настало время рассказать о муравьях-капканчиках. Давно о них не было новостей. И знаете что? Эти муравьи – прирожденные охотники. В этом видео мы посмотрим на охоту этих муравьев. Также я расскажу об особенностях их содержания и в каком состоянии сейчас находится моя колония. Напомню, что колония капканов Odontomachus manticola пришла ко мне в составе 11 муравьев, и после заселения она совсем отказалась от пищи. Итог этому – гибель 7 рабочих. После чего все камеры в Формикарии Азия, а также арена, были наполнены живым субстратом. Это такой кокосовый субстрат, в который заселены мокрички и колембулы. Они питаются продуктами жизнедеятельности муравьев, остатками пищи и не дают размножаться клещам. После того, как я засыпал все этим субстратом, дела наладились. Капканчики начали активно питаться. Очень любили вылавливать мокричек, а также им нравились мелкие туркмены. У колонии появились яйца, личинки, коконы, и в дальнейшем начали появляться муравьи. Сейчас в колонии около 18 рабочих. Но опять же, по непонятным причинам, за последние 2 недели у капканчиков пропали все яйца. Может быть, причина в том, что они вынесли весь субстрат из камеры, в которой они живут. Возможно. Еще можно рассмотреть вариант с диапаузой. Я принудительно наполнил камеру субстратом и уже через 2 дня заметил появление яиц. Надеюсь, это решит проблему. В общем, будем наблюдать. Все эти факторы никак не повлияли на их охотничьи инстинкты. В охоте муравьи ведут себя очень аккуратно. Они не бросаются, сломя голову на жертву, рискуя получить травмы. Здесь методика настоящих искусных охотников, которые выслеживают свою добычу, изучают у нее слабые места и лишь потом атакуют. Для этого у муравьев есть мощные, а главное очень быстрые челюсти, за которых их и называют капканчиками. При опасности, охоте, они разводят челюсти и молниеносно закрывают их на противники. При этом они могут совершать прыжки назад на расстояние до 20 сантиметров. Скорость закрытия челюстей достигает 200 км в час. Давайте понаблюдаем за одним из моментов охоты этих красавцев. Посмотрите, как аккуратно муравей подкрадывается к таракану и очень прицельно захлопывает свои челюсти на голове таракана. Не где-то сзади или сбоку, а именно на голове. И тут же последовал укол жалом. Жало и яд – это второе мощное оружие этих муравьев. Теперь остается удерживать жертву и ждать, пока она окончательно не парализуется от действия яда. Ну а затем таракан затаскивается в гнездо, где поедается всеми членами колониями и личинками. Личинкам, кстати, как и многим панеринам, нужен субстрат для окукливания. Личинки очень интересного строения. Колючие, как ежи. С помощью таких иголок они легко закрепляются на любой поверхности. Я тут планомерно разрабатываю новую концепцию содержания муравьев дома. А именно, строить для них что-то типа полюдариумов или флорариумов.
В таких баночках будут присутствовать обязательно растения. Пока находится все в стадии изучения. Начал строить мини-проекты. В общем, об этом расскажу как-нибудь в другом видео. Такие формикарии я буду называть природными. Впереди еще много чего надо изучить, попробовать, проэкспериментировать. О всех этапах я буду снимать видеоотчеты. В этом видео вы могли наблюдать кадры не только моих муравьев, но и тех муравьев, которые живут у Антона. Эти видео я взял с его канала, ссылка будет в описании. Ну а на сегодня все, друзья. До новых встреч. Не забывайте подписаться. Если видео понравилось, поставьте лайк. Всем пока-пока.